Вот такой список канцтоваров нам предоставили для первого класса. Я буду показывать все по списку, чтобы было понятней. Рюкзачок я взяла среднего размера, с ортопедической спинкой и широкими мягкими лямками. Также на нем есть светоотражающие элементы. Внутри есть несколько отделений и кармашек для инициалов ребенка. Синий пенал под цвет рюкзачка с двумя отделениями. Сумка для смены обуви. По списку тетради нужно было купить по 10 штук, но поскольку дефицита в них нет, купила только 5. Каждого вида по 5 штук. Пять в косую линию. И 5 в клеточку. Тетради Давид выбирал себе сам. Вот такие вот яркие, с героями из мультиков, из фильмов. Очень яркие и красивые. Линейка. Папка для тетрадей для настоящего пирата. Папка для трудов. Внутри есть отделение на резиночках и закрывается она тоже на резинку. Обложки для книг, в наборе их 6 штук. Обложки для тетради 10 штук. Шариковые ручки пока взяла 3. Набор простых карандашей. Пластилин 12 цветов. И стеки для работы с пластилином. Фломастеры, цветные карандаши, ластик для стирания. Давид пожелал взять свой домашний. Стружилка для карандашей. Цветной картон, 14 листов. Цветная бумага, 16 листов. Очень яркая, двухсторонняя и глянцевая. Ножницы. Альбом для рисования на 20 листов. Краски акварельные. Гуашь в баночках, 12 цветов. Кисти для рисования взяла 3 штуки. Думаю, что хватит. Палитра для красок. Стакан непроливайка, двойной. Клей ПВА. По списку канцтоваров это все. Дополнительно я еще купила бутылочку для воды. 2 набора тремпелей. Спасибо всем за просмотр.